Это видео, да? Yesterday! All my troubles is so far away! Here to stay. I believe in yesterday. Suddenly, I'm no happy. It's what I used to be. С днем рождения, Саня, травим тебя с 8 марта. Тоже. My yesterday. Я в Дусине там. Там прямо не доехать. Вот, там в Коктебеле? На корабле. Нет, это через Феодосию надо. Нет, можно. Можно делать по берегу. Там серпантин, там очень тяжелая дорога до Судака. Короче, без портвейна тяжело. В этом году еще раз в Дусине, а потом на День поэзии перенесут. В марте буду ездить. Ну ты что-нибудь из раннего-то нам прочтешься, нет? Тут еще зря стоим, тут мерзнем. В конце концов. Катюх, хоть такой родной что-нибудь. Ну не сейчас вообще там, когда мы, если нас запустят куда-нибудь там. А дальше можно из позднего. Вот стою я на морозе. И лежу сосулю. Да. Раньше морозе себе ноги. Больше не пойду я. Да, значит, мужики будут поздравлять меня. Да. Встретите девочку. Привет, привет. А посмотрите, ну-ка, девочка наша. Новоявленная девочка. Я женщина. Женщина, женский праздник. Короче, я могу только сказать тебе спасибо. Да, вас тренировали. Чистоты мы можем без лесков. Я тренировал. То есть, короче, Ром, я пишу. Ром, я пишу на слова, на корявом так положено. Только не корявым английским, а корявым ручьям. А тогда я когда сейчас текст возьму, и ты мне будешь подсказывать, как Роме желательно писать на неконокорявом русском английском. И желательно мистоеде. Я как супер англичанка. Я тоже гаражу в то время, когда я читаю. А это уже, я никак не мог. Вот ты новый хоть жопа, я с тобой рядом. Голдёж поднял. Сейчас тут все секреты идут. Все, что скрыто. Какой Саня молодец, видишь, мы его встречи ты же подняли сейчас. Он молодец. Она специально выглядит. Так, жаль, говорит, вы так, что ты делаешь. Третий листок на китайском. А что, есть кидать игры, а что, есть нормально. А там ничего не написано, да? Проверяйте, наверное. Да, нет, это что? Нет, это что, вы могли поесть, они же кривые. А может вам вручить, вы будете иногда пофоткать заодно. Пиши уже. Михалыч! Давай на клобучу. Михалыч Романов Ну, короче, давай, если по-русски. Я оставила. А это все. А, ну дай как пора. Репетиция, первая репетиция. Да, я уже сходу, только сейчас узнали. Ну, давай с тобой есть еще. Владимир, я сейчас смотрю, так думаю, может, не то, что такой ремонт модно сделать? Один точка. Никол, never ever, use, drive. Подвиньтесь, господа артисты. Слова учим. Жустифин. Уберите, пробуйте слова. Не причастны. Заберите. Сейчас все вообще. Ой, дома так посмеялся. Как тут дела? Тиар. Что за дела? И точка Верст. Нет, нет.
и точку Е. По-турецки. А, и в ТВ. Матею. Вот. Идо. Вот Идо. Это Бушидо, да? Самурай? Нет, это другой самурай. Бушидо, это Бутидо. Это Бутидо. У него был. Бутидо. А он регири, это вообще-то даже есть. Язык надо в школе было изучать. В школе все учились или нет? А его слухинг раунд. Между прочим, я хотел такую вещь сказать, он знает или нет. Вот сейчас еще недавно, год назад, где концерт был? Откуда цыгане произошли? Нет. Это последние исследования показали, да. А вообще-то, понимаешь, а вообще что происходит? Нет, давайте, подумай. А вообще-то... Армяне. Нет, а откуда гипси? Гипси? Откуда гипси появились? Потому что из Египта было две версии. Из Египта и Земля. Генетическая эксперимент показала, что из Египта. Ну смотри, чистый индус. Конечно, смотри, настоящий. Чистый индус настоящий. Чистый, помытый. Я же гипси. Да, гипси. Гипси. Да. Я пойду это перекурю. Чистейший. Первая проблема, вторая проблема не очень. Да, что он спросил, как он это все есть. Ну, обожди, Давайте мешок. Я мешок давай в этот буду складывать тогда. Я там здесь был, там же потом все. Мешок у меня, короче, твой. Уважаемые мужчины, мы тут приняли решение, что сегодня барабанами мы греметь не будем, а будем греметь конгами. Давайте все вместе возьмем барабанщики, оттащим их на третий этаж, оттуда принесем конги. Ага. Спасибо. Давай. Бас-гитаристов среди нас нету. Давай. Ребят, быстрее. Кстати, все. Давай с тобой это задавим. Ну, тогда это Майвей тогда. Я вот тут. Вот тут, да? Значит, туда. Там был живой голос живого человека. Сейчас я посмотрю, что он записал из концерта Витаса. Мертвый голос. Витаса. Это то, что он поет на самом деле. Давай. Ну что, ну нормально тут видно все, да, Сань? Давай, включи. Леша, это не вопрос. А нет, конечно. Покажи. Покажи там потом. Так. Сейчас.